Домик. Это домик. А это сарай. А это Толик. Пешком пришел на крышу. На лыжах. Ты хоть лыжик бы ты снял? А? Лыжи бы хоть снял. Зачем? Ну, не знаю. Поеду. Оденешь и поедешь? Хорошая мысль. На крышу. Мои упали. Так. Так. Сумка упала. Неудобно? Чего? В лыжах. Сейчас закопаешь. И меня, и домик все закопаешь. Кепку у меня не забыта. А-а-а. Так, надо как-то отсюда уйти. Сейчас я на паузу поставлю. Там солнце бывает? А, вот тут? Ну, тут да. Ты имеешь в виду, быстро растает, да? А? Быстро растает? Кто? Вот тут. Ну, так-то да, тут еще и возвышенность. Ой. Да хоть бы начало таять, чтобы это... Ездить, подкапывать, оно быстрее будет таять, подразбрасывать. Влипает. Ну, да. Теплицы откапывали, домик закапываем. Здесь вода уже. Ну да, там капает. О, лед, блядь. Все, сейчас домик закопает. И так его уже нету. Ой, ну что, потом дверку откопаю потихонечку. От стены тоже напаивать начнет. А там потихоньку буду разбрасывать и потихоньку будет таять. Когда-нибудь растает. Тут легче, тут не как в городе 5-метровые сугробы.